подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. К своей работе они относятся ответственно и серьезно. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Звук У дает человеку активное воображение. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Люди, чье имя имеет букву Х, обладают хорошими манерами и воспитанием. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Иногда эти люди бывают излишне мелочны, активизируют воображение. Носителю имени не придется заставлять трудиться. От душевного мятежа многие приходят к религии. Человеку с буквы К по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Этих людей отличает порядочность, чувство ответственности и трудолюбие, хотя их не назовешь энергичными. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква К в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.